Так, вот я решила сделать подчеревок вареный в соевом соусе. Я подчеревочек нарезала на такие брусочки длинные. Вот, и сейчас я подготовлю специи. Я вот взяла перец, душистый перец, одну гвоздичку. Сейчас я их разомну, они так лучше отдадут свой запах и вкус. Ну а потом я укладываю почеревок в сковородочку, заливаю соевым соусом, добавляю специи, одну столовую ложку, добавляю соли, ну немножко воды. Я не добавляю стакан воды, я добавляю, может быть, грамм 100 водички и варю сначала полчаса на одной стороне, а потом переворачиваю минут 20 на другой стороне, и все, сало готово. Вот я в сковородочку уложила брусочки почеревочка, положила все специи, соль, залила соусом соевым, а на дно сковородочки я положила марлечку для того, чтобы мяско не прилипало ко дну сковородочки. Ну, все, сейчас мы полчасика проварим его на одной стороне, а потом еще 20 минут проварим на другой стороне. Дадим остыть, натрем чесночком, и почеревочек Так, вот готов. я перевернула, прошло полчаса, и почеревочки я перевернула на другую сторону. Несколько брусочков я убрала, потому что вот все-таки им удобнее лежать на боку. Они так вот, видите, прямо аж повыпрыгивали. А сейчас я убрала несколько кусочков, два кусочка убрала. Им тут стало посвободнее, видите, сейчас вот они еще. Ну, тоже полчасика. И потом они постоят до остывания. Вот. И будут уже готовы. Я их натру чесночком. А остальную партию я приготовлю попозже. Вот. Отварили мы почеревочек. Вот он, видите, такого красивого цвета. Такой вид копченого почеревка. Муж мне подготовил чесночок. И сейчас мы обмажем почеревочек и положим в холодильник. Я хотела сказать еще раз, что почеревок я всего варю 50 минут. Первый раз 30 минут и переворачиваю еще 20 минут. А то я там ошиблась. Я все кусочки почеревка обмазала чесночком и завернула в пищевую пленочку. Укладываю на ночь в холодильничек их. А утром все будет готово. Пользуйтесь нашим рецептом. Мясо вкусное, почеревочек вкусный.